Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в Пиздес. Пиздес. И я немножко окошко сделала повыше, чтобы было лучше видно, что там нам смерть говорит, вообще все говорят. Играть. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь существам в их загробной жизни. Люди считают, что кровь смывается только кровью, но мы дадим существам шанс. Если кровь с тела оттирается от таких чистилищ. Так я это и делала. Поехали. Так я это и делала. Все же так и было. Я не оттираю. Ты кто? Прежде всего, это твой босс. Так ты уже достаточно умен, ты будешь помогать укрепленному за тобой новичку по телефону. Это твои обязанности, она не обсуждается. Разберешься по ходу, не подведи меня. До встречи. Ага, приятно, я твой старший шеф, я сказал, что я могу обращаться к тебе за помощью за спорные моменты. И тут как раз возникла необходимость. Вот описание. Сильно взволнован, хочет обниматься, все тело в крови. Отправить его в чистилище? Нет. Ну, если подтерлась, то тогда в чистилище, а так-то нет. Стажёра, блин, да стажёра. Хорошая, ты плохая. Да, доброе... Ничего, да-да-да-да. Вот все тело в крови, чешет затылок, показал паспорт, отправить его в рай. Нет, за что? Если тело в крови, то это уже не рай. 100%. Ты ковбой, у тебя должно быть оружие. Что это такое-то? Какой-то русский. Полицейский. Хорошо. Опа. Что ты творил? Ты с оружием. Он все снимает со с Тимуром они уехали. Перфект. А я это что творил? Блин, с этим чистилищем вообще долго что-то делать. А, и розовые очки, они такие классные. На пятерку. Уравнитель. Я сильно похудел в последнее время, жнец. И совсем не могу продолжать работать. Мне нужно подкрепиться, но работа не позволяет мне даже легко позавтракать. Поэтому, жнец, у меня к тебе предложение. Поработай в мою пользу завтра, а я тебе вознагражу. Ням-ням. Хорошо. Всем пончиков. Ням-ням. Награда после работы. Голод и чума воспользовались манией человечества. Поддержание стройной фигуры тел и различным диетам и успешно уменьшает поголовье людей с помощью жиросжигающих таблеток для фитнеса. Особенность их такова, что они сжигают абсолютно весь жир в организме, что ведет к летальному исходу, а это оказывает на нас, жнец, и на количество нашей, то есть твоей работы. Поэтому предлагаю сбросить на планету, например, Луну. Хотя мы можем просто заменить таблетки на настоящие, менее вредные. Тебе, ты в деле? Да почему как только смерть, так сразу у меня деньги уходят, эти черепушки, а эти штуки возрастают? Не, ну уменьши себе работу, я не против. Никогда не сомневался в тебе, жнец. Великое прощение, если ты ошибешься первый раз, ошибковый причин. А, все. 10-й день. Оружие не всегда приносит вред, жнец. Иногда его влияние не так явно, как может показаться на первый взгляд. Отныне все, кто находит в себе силы выпустить любое оружие из своих рук, должны быть отправлены в чистилище. Ну, вообще, да, если там чувак защищался от кого-то, то... как бы он не сам виноват, а он просто защищался, и тогда, типа, он... тоже может попасть в рай. Вперёд, жнец. Ай. Ну, что ты творил? А, да, понятно. Ты в чистилище? Ты... так, ты какой? Чё это за кружок? Это
исторически, что они переодеваются в всяких... Чего у вас карта не оттирается? Ай. А? Ну, чёрт. Да, Вот все огромные рога, попросил стакан воды, танцует, пройдёт его в чистилище. Нет. Ангелы, козлы. Ну и вот звук добра и лифт поднимается. Ну вот. Обосранные латы и крестовые походы. В чистилище тебя. Так, ты хороший, тебя сюда. Тебя сюда. Ну все, у меня, короче, Б там будет. Чистилище. Чистилище. О, опять-то. Хочет обниматься, щипает себя, нет. Так, у меня какая-то фигня произошла. Да, я трус. Халявщик. Но я хочу заново перепройти. Чё вы так? Повторить я хочу. У меня вообще просто все плохо, поэтому я хочу перепройти. Сразу халявщик-то халявщик. Заново халявщик. Так, лучше сейчас вообще не говорить, потому что могу ошибиться. Крюк поджимает оружие, хмурится фанат Overwatch, отправить его в чистилище. Нет, в ад. Тут огромный рога рассказал анекдот про сына голове, думаю, его в рай. Нет, ни за что. Чистилище. Рай. В ад. Рай. Ага. Так, тебя в чистилище. Тебя в ад. Тебя сюда. Тебя сюда. Так, так, так. Все, очистился. Худощавый хлопает ладошь, чешет затылок, отправить его в рай. Да. Все, в чистилище. Ага, плохой ты, пацан. Просто воскрешение, все тело в крови, хочет обниматься, отправить его в чистилище. Нет. Его надо в ад отправить. Чистилище. Сюда, ага. Все сюда. Ага. Ты с Тимуром иди сюда. А, то есть у него оружие снималось, так что... Зачем тебе световой меч, чувак? А, я не проверила рога у него, блин. Все, ты очистился. А чё, не было катастрофы? Ну, ладно. Время минус... Уровень на 60 секунд короче. Нет, я отменю. Все отменено. Явно пересмотрел некачественных сериалов, Жнец. Уж не знаю почему, адский признак должен быть настолько броским, но если тебе попадают существа с красным блеском глаза, не разумно отправляй их в ад. Ой, ну за это прям спасибо. Ты приступай, а меня ждет Тардис, то есть дела. Мы все поняли, чувак. Так, ты богатенький чувак, иди сюда. Копал, вот я тут. Нормально прям? Сюда. Сюда. Я твой дружище, ай, давай. Снафлет меня пугает, напугается, и весь ожог громко пукнул, напевает калинка, пройти нет. В рай. Все прям. Хмурится в кровавых пятнах, танцует, пройти его в чистилище. Нет, в ад. Пока. Нормальный. Нормальный. Сюда. Я и так знала, что его в ад. Всё. О, война за независимость. Сначала шляпу. Ага. Тебя в рай.
А, вот оно где время. Волшебно. Будете выступать на сцене. Жизнь, работа выполнена. Я просто не могу говорить одновременно. Ты поступи вредно, хоть и предсказуемо. Верно. Ну а чё, я должна тебя была в ад отправить? Судья. Чё, я должна была Иисуса в ад отправить? Ну, это как неправильно. Пусть там с отцом своим поздоровается, там, я не знаю, потусит там что-нибудь. А починка самого лифта его незамедлительно починит, но лишь один раз. Да, нормально всё. Так. Ну, мы пока прям хорошо прошли. Я перепроходила, конечно, но там просто слишком много ошибок сделала и... Ответный райский ход, как бы смешно это не звучало. Думаешь, крылья теперь признак рая? Как бы не так. Белое свечение глаз, Карл. Ладно, крылья — это английские штучки, но почему хотя бы не ним? Итак, жнец. С этого дня и отныне те существа, в чьих глазах ты видишь чистый, святой, красивый белый свет, отправляются в рай. Начинай. Это рифма. Отправляются в рай, начинай. Ага. 20. Ответ на удар наносит они. С Тимуром пропускайся. Ты полицейский, видимо, хороший был. Прям отмылся на все. Это было так беспалено вообще. Небольшие ружки трусы на голове напевают. Калинка, отправить его в чистилище. Нет, Влад. 12. Черт, блузку, что-то там не сказал. Отмылся. Всё. Борьба за нефть. Ага. Сюда. Сюда. Чего вы все такие плохие-то? Вот отмылся. Рога? Какие рога? Там что, у него шляпа была, что ли? Ха, ты классно делаешь, чувак. Хлопает по столу, прикольно. Сегодня убил 7 миллиардов существ во многих временных промежутках, жнец. И это не самое продуктивное из моих дней, но сегодня мне хочется отдохнуть, если ты посодействуешь. Отработай следующий день в мою пользу, и у смерти будет меньше работы на сегодня. Как тебе? Иначе мне придется заняться своей работой. Ну да, во имя вражды и убийств. Награда после работы. Дрынь. Непонятные звонки по телефону включены. Непонятный? А, то есть просто так мне звонить будет. Ну, ладно. Потрясающе. Так-так-так. Жнец, отличная новость. Сегодня люди изобрели письмо, и первым делом они напечатали, знаешь что? Библию! Да ладно. Это такая священная книга. Ну, ты знаешь. В общем, правило всех, кто приходит к нам с этой по обычаю священной книгой, мы отправляем в рай. День начат. Значит, день хорошо. Ну ты без зачем? Пальцем щелкнулся. Мы надежда, мы доблесть, мы отвага. Почему это нельзя просто? Мы закон, мы сострадание, мы решимость, мы гармония, у нас психическое расстройство. Пока психическое расстройство. Вроде ничего, приятель, ага. Вот описание. Хлопает в ладоши, обмочил штаны, не понимает, где находится, думаю, его в ад. За что его в ад? В рай его, он хороший же. Чистилище. Чего у меня такая реакция странная? О, чистилище. Почему у меня такая странная реакция на это все? Приветствую, жнец. Приветствую исключение фанатов, вырывающий весь вожок, потребует интерес, думаю, что... нет.
Блин, ну ладно, одна ошибка. Блин, меня все это путает уже. Реально путает. Чистилище. Сюда. Зачем вы называете шавки дебильные? Жнец никогда не чувствую себя обеспеченным. Беспечными могут быть война и голод, но не жнец. Ну, до свидания, чё дебильный там. Борьба за нефть. Опять что ли борьба за нефть? Косяк. Отмылся. А, вот это священная книжка же. Сюда. Ага. Чистилище. Нормально! С большой книжкой, ты вообще святой. Ты плохой чувак, ты хороший. Ты очистился, ты святой. Рад за тебя. Мне не понравилось на Марсе, там... Сделанного клиента таких... У него на кофте была краска, я не знаю. Ну, может, это краска была. Сильно взволнован, вот машет рукой через за эту мою честь. Я край. Затын! Ну, одна ошибка, ладно, все равно. Новые клиенты. Блин, я так пугаюсь, когда лифт этот замедляется. Люди объявили голодные игры открытыми, жнец. Это игрища, брендированные голодом, и на которых творится безбашенное веселье не без помощи войны. Меня не устраивает такое положение дел, потому что в случае успеха эти игры будут повторяться год за годом и будут проникнуть в другие точки времени и вселенной, принося вместе с собой множество жертв, с которыми придется работать нам. Поэтому у меня есть отличный план сбросить на них водородную бомбу, чтобы голодные игры не стали достоянием общественности. Нужны средства, жнец. Эдвард Теллер обещал предоставить свое изобретение. Как смотришь на это? А почему у меня плюс от смерти не идет? Там, допустим, вот если откажусь, то минус 150, а если соглашусь, то плюс 150. Ты хорошо справляешься, жнец. Не буду я ему помогать, короче, задолбал уже. Все погибнем, 100% катастрофы на уровне со второй недели, кроме тематических. А пофиг мне на эти катастрофы вообще как-то. Ах, этот запах конского навоза, спекшейся крови и звуки криков на осадах замков. Классно у тебя замок. Сегодня праздник, жнец. Имя ему средневековое волшебство. Используй свои знания и не подведи меня. Начинай. Хоббиты, какие хоббиты? Ах ты какой. А, это книжка. Ах ты какая плохая. Ага. Легла лучше, чем от... А, ты святой вообще, прям со всех сторон. Добрый день, клиент. Ага. Кровь на теле исчезла, небольшие рожки. А, кровь ногами смылась, раская... Нет. Только не хлопай меня по плечу. Бряк-бряк-бряк. Хрусь. Хрусь. Салам. Чистился. Король, прям хороший король. Ага. Хрусть. Ага. Я на втором месте, но я первый. Да. Можно спасти не меня. Не бросил оружие. Кровь на теле исчезла, руки в карманах, крепко снимает оружие, обмочил. Нет, чистилище. Ты обычный крестьянин, походу. Чешет затылок в кровавых пятнах, показал паспорт, научил, что надо отправить его в чистилище. Нет, если смылось, то... Орк какой-то вообще шар. Ну чё так крепко держишь священную книгу, говорит, да, рай. Это священная птица, походу. Ага. Ты какой? Кровь? Где там кровь-то? Хорошие ты, да? Хоббиты какие? Хоббиты. Щелчим одна, дракона.
Грустящая шанса отбивает Халинка. Нет. Ага. Сколько можно? Грустящая шанса через это рил карандаш. Ее. Б? Почему Б? У меня нормально же все было, старший судья. Ну и ладно, пусть будет Б. Как много новых клиентов вообще. В принципе, Б меня устраивает. В общем, на этом все. У нас опять 20 минут. Опять 25, ну не 25, а 20. Короче, на этом все. И мы встретимся в следующий раз. И мы тоже будем в Апокалипсис Инкорпорейтед. Короче, все хорошо. И всем пока.